Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на LikeoGame, добро пожаловать на выживание в игру Infected, усаживайтесь, буду, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Так, что, сегодня мы будем заборчик, ребят, с вами строить, уже пора к этому подошло, хотя, может быть, даже еще раньше надо было делать, заняться этим. Короче, машину так-то я не нашел, если будут какие мысли про машину, ребят, обязательно пишите, дайте мне знать комментарий, все комментарии я отвечаю и отвечаю. Вот. Ну, с машины нет. Есть вариант, конечно, я думал, типа, вне серии объехать каждый город и, ну, вокруг него просто побегать. Посмотреть, может, где реально, может, за домом где-то стоит машина. И, ну, это очень много, блин. Так неохота этим заниматься, потому что городов очень много, точек, куда надо съездить. Это точно не один день у меня займет, что за один день это надо ночью ехать. Ой, ночью ехать, днем ехать надо. И прям вот оттягивает этот момент. Так, давайте заходим. Не будем из колючей проволоки делать, в принципе. Создадим обычный забор. Он у нас и дешевле будет, и для ремонта. У нас он легче будет. Это мужичок. Мужичок с гармошкой. И дешевле у нас будет обходиться. Для ремонта. Так, слушай. Ага, вот я вот так всегда криво, да? Так, ты чё? Чувак. Чувак, это рэпчик. Ты чё тут? Жуткое создание. Так, и давайте их отпускать, да, будем, блин. Тут, правда... Так, слушай, а что он... А, X, а я Shift зажимаю, чтобы отпустить. Так, ещё ниже... Короче, мне нужно тут потрудиться. Прицепить. Ну, давай, прицепляйся. Вот так вот сделать. Красиво. Что это такое? Забор в воздухе будет висеть. Это не по-нашему. Так, где ты, чувак? Хотя вот тут. Ну, ладно. Придираться не будем. Хотя, блин, давайте я, короче, сейчас быстренько это все расставлю, вам покажу, то я так долго буду заниматься этим. Так, ну последние заборы расставляю. Кстати, надо поднять, наверное, да, чуть-чуть. Уже, чтобы он прям не утапливался. Слушай, а тут мне надо, наверное, забор построить. Я просто подумал, что с трех сторон... Нужна, наверное, скорее выход. Ну, с одного выхода как-то не камильфо будет, чтобы было удобно. Хотя, фиг с ним, да. Вот с этого, по идее, можно сделать, потому что я приезжаю. Ну, ладно. Так, ну давайте займемся. Что у нас там? Бревно, 6 бревен. Веревок, ёшкинко. Кстати, что тут почему не... А, они и так сами, да, цепляются. Ну, давайте займемся. Вот эти, кстати, шипы мы потом перенесем. А, с вами. За забор. Так, кстати, поставил я деревянные ворота. В принципе, не стал их ставить прям металлические. Вообще смысла не вижу. Потому что деревянный забор будет, и у нас металлические эти как-то. Что это такое, скажете? Угу. Гениально. Ну тут чисто рутина вот эта, да. Тут музыку включать какую-нибудь. Та-та-та-ра-та-та-ра. И чтобы этот... Мне NPC-шка сейчас поможет, он бревна подтаскает. А я с вами... Слушай, так, что такое? Ага, закончилось у нас... Кстати, интересно, что я на дней 5, наверное, забросил игрушку. Потому что у меня тут с запасом выходит видео по инфектиту. Поэтому я сейчас же две игрушки снимаю. И метро, и инфектат, и еще одну прохожу сейчас игрушку. Поэтому на все прям, в принципе, времени нет.
Я запасом иногда пилю по инфекту эту. Поэтому дней 5 не играл. Записывал по метро контент. Ой, это очень долго будет, ребят. Так, чё ты, чувак, ты мне помогаешь? Слушай, надо посмотреть, Умбреон там у него есть в списке? Бревна у него есть в списке исполнение желаний. Так, водички, да, ты хочешь? Так, ой, а вот же они, бревна. Кстати, отсюда можно потаскать будет. Сейчас, да-да, я забыл, кстати, он что тут тащил-тащил, потом сбросил их. Так, что у тебя там, чувак? Ремонт грядками. Так, давай тогда бревна. Вот так. Камни у меня там полно. Давайте, ребят, сейчас я тогда быстренько перетаскаю, чтобы уже готовый вы увидите. А что-то у меня ничего интересного не ожидает. Это, дай бог, что минут 30 займет, если не больше. Давайте, сейчас мы это все увидим с вами. Так, я вам немножко показать хочу свою рутину. Пиздец, это как скучно. Я тут чуть со скуки не умираю. Это так скучно. Рубить деревья, потом тащить, потом рубить деревья, потом опять тащить. Кошмар. Тут сижу в тишине. Я хотел музыку включить, потом подумал такой, ага, сейчас эти нападут оборотни, я не услышу, и тогда у меня инфаркт миокарда будет. Вот такенный рубец. Так, что ты устал, чувак, отдышись. Только из зомби, ой, оборотни бы не напали бы. Так, чё, я решил, короче, еще не таскать из дома бревна, просто поврубать поблизости. Тут так быстрее, мне кажется, будет поврубать деревья. И... Так, кстати, уже один молоток-то сломал, топор. Чё-то жажда опять у тебя, жажда зовет. Так, давайте попьем водички. Замечательно. А, кстати, что я еще вам не рассказал, наверное? Я вам не рассказал, что я еще дополнительные эти создал. Вне серии тоже. Ну, как бы это такая нулевая информация, но знаете об этом. Дополнительные... Что такое? А, у меня перевес. Дополнительные турбины создал. Вот сейчас бы оборотни появились бы. Вот это было бы фиаско, братан. Так, чё там? Палочки давай выкинем. Сбегаем вот это все. Еще скинуть? Нифига себе. Так. Вот эту скинуть. Кору надежды. Дополнительные турбины и у нас... Ой-ой-ой, как хорошо стало. Че, я вам тоже пока... А ну вон они, что показывать. Так, что у нас, ага. 400 есть, видите, понатыкал. Теперь энергии для всего хватает. Так, ты тут не складываешь бревну, случайно, чувак, это рэпчик. Так, вот тут он. Мы это заберем. Так, слушай, я сюда же пошел для того, чтобы веревки, наверное, сделать. Угу. Что, сколько у нас теперь энергии? У нас с вами энергии 12 тысяч, ну, мощности батареи. Генерируется 577, это отлично. Так, на обычном же, да, у нас создавать. Подожди, я солдат той любви. Так, а сколько, не помню, нужно. Вот так вот. Замечательно. У нас вес с вами не изменился, да? Нет, не изменился, это хорошо. Это хорошо. Стойте. А давайте я сразу кору-то. Так, тут... О, сотку как раз. Нифига себе. Избавились от курочки. Тихо. Так. Чтобы добрать. Угу. И можно уже вот тут размещать у нас дополнительные постройки. Можно еще одну теплицу, наверное, построить. Либо скотный двор еще один можно построить будет. Так, веревочки давайте сразу
зафигарим. Так, слушай, а там, блин, что нужно? Слитки ему, я не посмотрел на забор. Отлично. Слитки нужно же, наверное, да, перетащить. Так, еще одно бревно. Замечательно. Так, сколько у нас с вами еще веревок? Ой-ой-ой, веревок нам достаточно. Мне кажется, даже не надо будет лишний создавать, да? Ну, нацелься. Да, я счет подумал, надо миллион веревок будет создать, а тут нормально. Нормально, нереально. Так, что, тут 6 бревен. Я, кстати, не притащил. 100 бревна. Чего страшного? Вот, дерево есть. Бревно сейчас мы добудем с вами. Так, у нас уже отпустилось. Надо нам витаминки покушать будет. Выносливость. До полтинника опустилась. А выносливость до полтинника — это нехорошо. Так что это... Будьте маленький. Перья. Перья зовут. Так, что нам нужно? Медный слиток, 4 штуки. Всего лишь, всего лишь. Так, слушай, одно бревно. Что я тут по одному бревну везде поставлял? Недочеты. Красота, благодать. И мы, кстати, эти же заборы сможем с вами в будущем улучшить до каменных. Из бетона, что ли, там вроде бы что-то такое там. Мы сможем с вами... Так, что? Тут тоже нужно одно бревно, и здесь одно бревно. О, посмотри, какие бревна нужно. И здесь вообще 3 бревна нужно еще. И ты таскал. Так, все, веревка-то. Так, давайте мы покушаем с вами, наверное. Восполним наши запасы. И 4 слитка как раз возьмем. Медных. Раз, два, три, четыре. 4 есть. Отличный движ. Так, давайте кору мы сразу с вами зафигачим. Лишнюю. Так, подожди, покушать я хотел. Это подняться наверх. Кстати, да, или... Господи ты мой, шайтанома. Кстати, да, можно, в принципе, электричество у нас свободного там есть. Электричество. Так, да, и у меня, я говорю, же хотел вторую теплицу создать для дополнительных овощей. Кстати, мне сказали вот эту испорченную еду лайков не выкидывай. Я, кстати, читаю, я говорю, же комментарии. И чувак, который мне написал, говорит, чувак, там можно на третьем верстаке сделать, короче, из испорченной еды топливо. Я это помню, да. Я самое интересное, что помню, что это было, возможно, было еще в каком-то обновлении. Так, тут лишних бревен нет. В каком-то обновлении, только у меня не было верстак третьего уровня на тот момент. Шайтан на маходе тут пугает меня. Замечательно. Замечательно. Так, а у нас с вами нету... Нет, у нас с вами улучшенного нет. Такой, чуть-чуть осталось, в принципе, да? Угу. Давайте, у нас там какие-то веревки есть с вами? Так, сейчас вспомню, где веревки у нас. Провода, механики, бензин, пластик, стекло, песок, глина, стрел. Вот они, веревки. Вот мой дом родной. Ага, мы это забираем. С вашего позволения. Так, а сколько у нас сейчас время? У нас с вами время 10, да? Сейчас мы ляжем спать с вами. Так, тут тоже бревна, да, нужны. Так, и тут бревна нужны. Да, где-то по одному, видите, не дотащил, где-то по 3. Ой, ну все, изичный тогда осталось. Потому что, ну тут... Угу.
Блин, поближе к дереву есть какой-нибудь? Крупное дерево, которое приносит не три. Просто вот эти тонкие, они по три штуки приносят бревен. Если срубить, пускай лучше растут. И вырастут крепкими деревьями. Что-то давно оборотни появлялось. Я думаю, с минуты на минуту должны появиться оборотни. Главное, крупная бы шайка бы не появилась, потому что там музыка начинает страшная, жуткая, страшная играть. Мне потому что не комильфо становится. Так, ладно, давай с той стороны. Так, а слушай, а мне же сейчас еще и эти эти кольи надо будет перетаскивать. Блин, кошмар. Ну, знаете, еще кого не хватает? Оборотни шептунов. Вот это было бы реально жутко. Так поворачиваешь, смотришь, и там стоит чувак, короче, и такой... И шепчет, а потом на тебя нападает. Вот это было бы страшно. Вот это было бы, я бы сразу бы удалил бы игру после такого. Я просто каждый раз думаю, блин, ну, типа, это темная ночь, поворачиваешь голову, там реально стоит какой-нибудь оборотень или зомби, типа. И потом на тебя нападает. Так, все. Что у нас там? Веревки еще остались? Остались. Это последнее, наверное, дерево, да? Или что, или нет? Предпоследнее. Насколько там заборов еще? С одного дерева хватит? На 4 забора нет, не хватит. Ну, нужно будет еще одно срубить дерево. Сейчас посмотрим. Может быть, маленькое дерево срубить поближе где-то, чтобы бревна у нас лишние не валялись. Так, сколько? 4? Ага, 6 нам нужно еще бревен. Так, ну 6 вот эти, 3 из этого выпадет. И трешка из этого выпадет. Слушай, а мне еще дополнительный колья сейчас нужно, наверное, будет строить, да? Угу. Так, у меня же нет бревен, нет-то. Теперь, да, реально. Так, давайте мы палочки, наверное, соберем, потому что там палочки нужны еще будет вроде бы нам для новых колей. Так, сколько у нас сейчас времени? У нас с вами 12 часов ночи. Можно плюс-минус сложиться. Так. У нас внутренний, да? Что надо поставить быстрее, эти будет колья. То они начнут сейчас домогаться. Так, ага. Чувак бы мне бы еще бы помог бы. Был бы красота, благодать. Приходится все в одного делать. Чувак, мы тут вдвоем живем в этом доме. Чего мне не помогаешь? Надо будет ему еще создать дополнительные ремонтные ящики. Потому что я у него там 7 штук создавал, он все что-то починил, починил. И все эти ящики пропали. Кошмар. Так, не застревай, чувак. Чувак, это рэпчик. Так. Чё-то Биг Чом постоянно сюда бегает. Он мне до жути пугает. Иногда наш помощник Майкл Турни Джексон. Так, давайте ляжем, наверное. А я лягу. Кабриолет. Так, где у нас веревки? Давайте веревочки лишние скинем мы с вами. Слышите? Вот, вот она. Крупномасштабное нападение этих зомби. Вообще не люблю этот момент. Он до жути пиздец как меня пугает. О, господи ты мой.
Иди сюда, не ломайте! Тормоза, вы зачем ломаете? Вот конченый, ты зачем ломаешь? Ты строил это? Ты скажи, ты строил, ты зачем ломаешь, а? Паршивцы. Так, это для изражения, да? Кстати, поломал меня, значит, тут. Я строил. Так, и давайте умирайте тоже. Смотрите, какая орда зомби тут на меня напала. Команда зомби. Точнее, оборотни, я постоянно путаю. Я так хочу их называть зомбиями, потому что для меня, наверное, проще зомби их называть, чем оборотнями. Чувак, ты что? Что за флеш открывания дверей? Эти оборотни меня до жути пугают, особенно толпой. Особенно с этой музыкой. Так, что там, водички опять хочешь попить, бедолага? Бедолага! Ладно, электричество я порублю, мне потом будет не страшен серый волк. Нам не страшен серый волк, селый волк, селый волк. Селый. Да еще и волк. Так, надо будет восстановить паршивец. Смотри, этот вообще разнес забор. Так, веревки еще нужны, 4 штуки. И бревна, опять бревна. Так, давайте, быстренько я сейчас Коли перетаскаю. Короче, это опять смута сейчас будет. Скучно. Скучно, до того скучно, что я аж этот... Включил запись, чтобы с кем-то поговорить, знаете. Это реально скучно. Давайте сейчас. Для вас секунда, для меня целое... Эх, время. Полчаса, наверное. Так, ну что, последний шип я устанавливаю, который у меня был. Сейчас мне еще нужно будет создать дополнительные шипы, я так понимаю, веревку и палку, да, если я не ошибаюсь там. Да. И с той стороны, кстати, у меня что-то осталось. Так. Угу. Чуть-чуть довернем. Так, и вот тут тоже довернем. Вот так вот. Сделаем перекрестие, да? Так, что нам нужно? Палка, бревно. А, тут еще и бревна нужно. Ёшки. Так, а с той стороны? Ну, палки-то это не проблема. Здесь кусты у нас везде есть. С той стороны сколько? Ой-ой-ой, здесь много вообще. А здесь много. Так, ну, открывайся. С этой стороны тоже много. Блин, вот эта рутина, блин, самая, знаете, скучная, и от нее быстро уже устаешь. А вот сколько уже? 23 минуты? Это у вас 23 минуты. Но у меня уже прошли уже минут 40, и я уже такой, эх! Эх, зачем я зашел сегодня в игру? Мог бы пойти бы. Метро бы сейчас. Но я после этого еще метро, да, хочу подзаписать. Я у меня уже не так уж. Так, так ощущение, куда, блин, кого-то поднимает он над воздухом, да? Не так уже много осталось сил, энергии. Для записи еще и метро. Во. Замечательно. Так, ребят, ну что, собираю я тогда веревки, бревна и палки. Так, с этой стороны я закончил. Палки разместил, веревочки разместил. Осталось, по идее, с той стороны. И все, улучшение мы немножко на потом оставим им. Так, тут бревна, да, в основном нужно нам потаскать. Хотя я сюда еще веревки, да, тоже не таскал. Так,
Сколько у нас веревка? Не, у нас веревка должно хватать, потому что одна веревка идет. Одна же веревка? Нет, или подожди. Четыре палок. Да, одна веревка всего лишь нужна. В основном бревна и веревки. Палочки, да. Тихо. Тише. Лежишь. Ага, тут сюда даже бревна не нужны. Замечательно. Замечательно. Так. Ой, ребята, красота. Все, обеспечили мы нас защитой. Ура, ура, товарищи. Так, давай двери закрою. Для красивого снимка. Я, правда, не знаю. Может быть, сверху заснять нам. Но замечательно. Угу, сейчас давайте еще наверх поднимусь. Так, это пускай вот тут стоят на всякий случай, если что, прорвутся. Так, и давайте оценим, пока у нас день. У нас там балкончик, кстати, есть. Смотровая. Ладно, не упасть бы. Ой-ой-ой, красота, благодать царить. Замечательно, мне все это очень нравится. Ага. Замечательно. Ребят, так, что у нас сейчас, кстати, идет? День 50-й, у нас сегодня юбилейный день. Йоу, ребята. И у нас с вами что? Декабрь, зима. А, зима, зима. Тут-тут-тут. Так, что я еще хотел с вами сделать? Да, хотел я сделать ему закинуть ремонтные. Так, ему хотел ремонтные закинуть ящики, чтобы он нас чинил тут. Сейчас давайте посмотрю. Так, гвозди и доска. Ага. Гвозди и доска. Так, а гвозди у нас были где-то? Так, что там с веревкой? Опрокинем гвозди и доска. Где у нас гвозди? Здесь были, да. Так, штук 10, да, наверное. Мы возьмем. Разделить наполовину. Разделить наполовину. Давайте, 11 штук мы возьмем. И 11 досок еще нам нужно взять будет. Так, вот тут. Раз, два, три, четыре, пять. Это у нас из-за того, что, да, у нас лишние тут палочки, мы тоже закинем. Нам уже палочки не нужны. Так, и вот это закинем мы, опрокинем. Пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Замечательно. И это на обычном, да, верстаке нам создается. Блин, я даже, кстати, по голосу слышу, что я уже этот... Удусталый. Я сам себя слышу, что я устал, кстати, от этого. Так, закидываю. Хотя 11 это мало, по идее. Но это лучше, чем ничего. Так, ну, давайте, товарищ. Список задач. Ремонт. Так, все, it's okay. Ага, замечательно. Так, завтра мы будем с вами строить... Ну, он уже чинит. Замечательно. Завтра мы будем с вами строить бетонную мешалку. Она же, правильно? Бетон-мешалка, да, бетон-мешалку. Но для этого нам нужно еще комнату, ребят, создать где-нибудь. Будет тоже мастерскую. Может, как бы... Ну, а куда? Ну, хотя сюда можно поставить. Или вот сюда, кстати, да? Сюда можно расставить свободный тык-тык-тык. Сюда можно поставить. Просто я хотел бы в одном месте бы, чтобы тут уже не поставить, тут мастерская забита. Хотя, кстати, здесь еще можно... О, реально, здесь можно этот стол куда-нибудь перетащить и вот это пространство забить. Хм. Интересно.
Так, слушай, а чё я его... Не раз... Блин. А у нас сейчас печень, да, появится, да. У нас с вами сейчас печень появится. Шерсть мы сюда закидываем. Кости мы сюда закидываем. Пирожка закидываем. Так, ну поднимемся, поднимемся наверх. Я, кстати, про руки тоже, про кровь написали. Говорит, заражение у тебя, черепок появляется, когда ты, если руки у тебя в крови, а ты покушал еду или водичку попил. Так, две картошки. Точнее, одна картошка нам нужна. Один лук. Так, картошка есть. Так, а лучок? А почему лучка нет? Что-то он, кстати, перестал собирать. У меня за окном гроза намечается. Так, нет, просто он собирать перестал, паршивец такой. Собирать, значит, перестал. Кукуруза и это, блин, а зачем, да, надо было кукурузу еще мне взять. Ну, кукурузу и одну штуку огурец мне нужен, ребят. Один огурец для фруктового салата. Смеси, ну, можно его салата, наверное, называть. Пока печень есть, она пока не испортилась, нужно нам приготовить. Так, молоко, я знаю, да, надо взять еще. Так, что? А, ну, давай, ладно. Мог бы сам покидать. Так, нам нужно молоко взять. Теперь приготавливаем смесь из рагу. Замечательно. И, как говорится, Махмуд, поджигай. Где у нас Махмуд? Так, это мы давайте скушаем сразу, чтобы не испортилось у нас. И давайте еще... Это надо мясо пополнить, у него уже там закончилось. То бедолага будет кушать, хотеть, а у него и мяса нет. И самое сушеное мясо, кстати, самый раз. Знаете, я что забыл? Блин, я забыл на рыбалку еще сходить. Ну ладно, наступит весна. Я схожу на рыбалку, ребят. Сейчас просто зима. Я, кстати, за все время просто так и ни разу не порыбачил. Там же, кстати, тоже рыбу можно. Так, что ты? Что не так? Что ты пить хочешь? Пить хочешь, значит, да? Так, а ты что-нибудь... А он перестал, кстати, таскать из огорода. Вот посмотрите, у нее там... Ухож за грядками. Почему? Ну, где это? Ремонт. А что за ремонт дважды? Уход за грядками где? Вот так вот. Мы водички попьем. Да мы с вами потушим. Это мы возьмем и... Вуаля! Замечательно, поели. Так, ну на сегодня все. На сегодня точно все. Кстати, если есть какие-то мысли, обязательно мне напишите про автомобиль. Слушай, а что он дверь не закрыл? Или это я не закрыл дверь? Что он должен был закрывать? Про автомобиль. Если какие-то есть мысли интересные, обязательно пишите, как мне можно было бы его... на изи бы найти. Так, и дайте посмотрю я, что нам нужно там. Так, закрывайся. Так, подожди, а что? Я же для улучшения взял. А, ну вот написано, что как... Слушай, я эти не могу улучшить деревянные ворота.
А, вот поэтому надо было металлический ставить. Так, 12 цемента нужно, вот, точно. Нам нужно будет завтра цемент. Железные фрагменты. Ох, 20 штук. Нифига себе, дороговато это, дороговато. Так, стой, 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 стой. А больше я не могу лучше, да, это самые улучшенные шипы. Замечательно. Красота, благодать. С вами был Лайкоп. Не болейте, не чихайте. Всем хорошего настроения. Увидимся в следующей серии на канале Лайкоп Гейм. Ну, а точнее, уже завтра. Ребята, всем пока. В новых сериях, притом.